Привет всем! С вами Аня. И мы сейчас находимся в Метрополисе. Я сегодня хочу пойти пошопиться и показать вам несколько комплектов, которые можно собрать из того, что сегодня есть в магазине. Первое, куда хочу зайти, это H&M. Меня очень интересует, есть ли еще в наличии в H&M здесь, в Метрополисе, премиум quality. Очень мне понравились свитера в новой коллекции. И очень хочется их отхватить, но хочу посмотреть, как они на мне сидят. Поэтому go H&M. Слушайте, я заблудилась. Заблудилась в Метрополисе. И не могу найти даже столько информации с специально обученной девушкой, которая подскажет мне, куда мне идти. Это какая-то жесть, короче. Ладно, буду сейчас искать H&M. И по дороге еще хочу зайти в Uniqlo. Вот, кстати, я вижу стрелочку Uniqlo. Зайти туда и посмотреть их кашемировые водолазки. Потому что мои уже умерли, и мне нужно обновить эту часть своего гардероба. Я нашла все, что мне надо. И Uniqlo, и H&M, они все тут рядышком. Все, иду шопиться. Уже вовсю Новый год. И мои сережечки тут есть. Штаны мне немножко узковаты, но размера больше не было. Вообще они должны сидеть гораздо свободнее, не в облипку вот здесь. И будет очень круто выглядеть. Вариация с той же рубашкой желтенькой и серым свитером. Свитер, кстати, настоящий шерстяной. Только в нем один нюанс. Из-за того, что он шерстяной, он жутко колючий, поэтому лучше этот свитер носить на что-то, иначе будет не очень приятно. Вот, есть тут рукава. Рукава, вот такие фонарики, очень в тренде в этом сезоне. Но для более интересного образа советую их собирать как раз вот, чтобы был виден кусочек рубашки и добавляла цвета. К тому же желтый куркума. Пантон объявил одним из главных цветов следующего года. Я бы еще сюда добавила аксессуары в виде какой-то желтой броши, геометрического рисунка, и образ был бы вообще шикарным. Просто огонь. Мне очень нравится. Еще один классный свитер в H&M. Здесь мне очень нравится его горловина. Она расправленная, и не нужно никуда ничего подворачивать. Он тоже шерстяной, вот такой длинный. То есть на зиму вообще огонь. Мне очень нравится. Но немножко колется. Не так сильно, как вот этот вот предыдущий. Но все же колется. Поэтому, девчонки, кто очень трепетно и нежно относится к колючим вещам, лучше брать, конечно, не натуральный, но либо носить натуральный, но на что-то. Сюда еще надо красный ремень.
Вот, вообще классный лук, ходить зимой в офис. Шерстяной свитер такой расслабленный и брюки. Брюки, кстати, 7/8. Я в своих носочках тепленьких. Вот, сюда можно акцентный какой-то ремень черный с крутой пряжкой ставить. И будет очень круто смотреться. А так брюки очень приятные. И все это мне очень нравится, как смотрится. И свитер, кстати, длинненький, он не короткий совсем, то есть, ну, вообще шикарная штука. Слушайте, в одном из своих видео ссылку оставлю где-то тут или где-то здесь будет ссылка. Я делала видео про юбки теплые. И вот Uniqlo выпустил такие же теплые юбки, о которых я говорила. Ну просто я думаю наперед. Так, что у меня тут? У меня тут офигенский просто польт. Польт, причем со скачухой. Вот он стоит. Как это? Сейчас, господи. В общем, он стоит 5000. Он достаточно такой осенний утепленный и очень удобный. Вот он с утепляшкой. Вот. Я, как всегда, своих голыми ногами. Слушайте, девчонки, я не могу. Я давно искала домашний наряд и хотела прям какое-то платье. Но тут в Uniqlo флисовая водолазка. Просто она такая приятная, что в ней хочется жить. И флисовая юбка. Она снаружи трикотаж, а внутри у нее тоже флис. И я теперь понимаю, что в московскую зиму я буду в чем дома ходить. Вот так я буду ходить дома. И в каких-нибудь в няшных тапках, потому что вот это, конечно, просто бомба. Очень уютно и женственно для дома, самое то. Я прошу прощения за мои носки, но в Uniqlo нету совсем никакой обуви, и с зимними моими вот этими ботиночками вообще никак. Вот, ну, то есть прям для дома, слушайте, это просто бомба, это очень круто, прям беру. А, я затарилась, прям-таки затарилась в Uniqlo. А, сейчас еще хочу зайти в Бершку, посмотреть, может быть, там есть пара блузок, которые мне жизненно необходимы, так? Шопинг успешно прошел. Воу-воу, Бершка!